Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» продолжает мониторинг безопасности пешеходных переходов и школ, детских садов и социально значимых учреждений. Какова оценка состояния безопасности и как прошла проверка, расскажет Дарья Тендит. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Вопрос безопасности на дороге является частью стратегии комплексной безопасности детей в России, утвержденной указом президента. Подобный мониторинг проводят каждый год в рамках партийного проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Мы получили техническое задание провести мониторинг пешеходных переходов вблизи детских садов, школ, других учреждений, связанных с нашими детьми, детские поликлиники, детские больницы и так далее. В состав рабочей группы вошли представитель мэрии Черкесска, представитель госавтоинспекции МВД, представители, сотрудники регионального комитета партии «Единая Россия». Мониторинг происходил около социально значимых мест для детей. Детские сады, школы, детская поликлиника и детская больница. В ходе совместного мониторинга на данном объекте возле дошкольного учреждения были проверены пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожная разметка, которые все соответствуют требованиям национального стандарта. На данном участке нарушений не выявлено, поэтому все соответствует требованиям. Путь детей от дома до школы и обратно должен быть безопасным. Специальные обозначения на дороге, разметка, дорожные знаки, освещение и светофор. Но также важно проводить с детьми инструктаж о безопасности пешехода. Приглашают представителей ГИБДД. У них есть паспорта безопасности, детям, соответственно, в рамках этих классных часов дети изготавливают памятки. Эти памятки вложены в дневник, где всегда можно увидеть и схему размещения дорожных пешеходных переходов. Жалоб со стороны родителей в плане безопасности перехода дорожного движения, что касается именно школы, жалоб не было. Несчастных случаев тоже не было по этой школе. Ранее был, но не по вине ребенка. Не по вине ребенка он переходил вот здесь на светофоре на регулируемом и на красный свет проехала машина. Мониторинг показал, что критичных нарушений нет. Информацию о необходимости обновления разметок передадут местным властям. Дарья Тендит, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия». На днях в редакцию «Вестей» обратились несколько жителей Хабецкого района, обеспокоенные непомерно высокими, на их взгляд, суммами от регионального оператора по вывозу мусора. Обеспокоенные, на их взгляд, суммами, платежами, в частности, за вывоз мусора. Большую часть территории Карачаево-Черкесии обслуживает региональный оператор «Глобус», отвечающий за вывоз твердых коммунальных отходов, в том числе и в Хабецком районе. Как удалось выяснить у руководителя обслуживающей организации Любови Чернушовой, при поступлении квитанции, в которых число прописанных не соответствует количеству тех, за кого выставили платежку, необходимо взять справку в паспортном столе и с ней прийти в офис регоператора. И мы на основании этих данных делаем перерасчеты. Нами принято решение, что будет осуществлен прием граждан в каждом населенном пункте. Просто администрации, главы администрации разместят свои объявления, в какие дни будут специалисты «Глобуса» приезжать в населенный пункт, но до этого нужно получить вот эту справочку. Без этой адресной справочки человек просто потратит свое время зря. Автоматически у нас есть мобильные, скажем так, компьютеры, которые сразу же подключены к базе. То есть специалист может увидеть всю ситуацию по базе и на месте решить вопрос с абонентами. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесии местами кратковременно дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-19, в горах местами до плюс 13. Днем плюс 29-34, в горах местами до плюс 25. В южной части местами чрезвычайная пожароопасность. Местами на территории республики высокая пожароопасность. Черкесский без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17,
днем плюс 31-33 градуса. Высокая пожароопасность. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также с целью их предотвращения, госавтоинспекция Карачаева-Черкесии на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». К акции привлечено максимальное число пеших и мобильных нарядов. О значимости темы расскажет Альбина Ламкова. Посмотрел на светофор, зеленый свет загорелся, пошел. Главное, чтобы проезжающих автомашин не было, правильно? А то же может быть такое, что водитель нарушает правила дорожного движения, даже на светофор, когда красный для него горит, он может проехать. Поэтому лучше все-таки посмотреть, подождать, пока он остановится, и только тогда переходить через дорогу. Основными задачами профилактического мероприятия «Пешеход» являются выявление, пресечение и профилактика нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекторы напоминают водителям транспортных средств, а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов. К сожалению, на территории республики есть факты ДТП с участием пешеходов. На территории Карачаево-Черкесской республики с 1 января 2023 года было зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них, в 23 случаях из них, виновниками ДТП являлись именно пешеходы. Если мы берем пострадавших, в общей сложности пострадало 40 пешеходов за вот эти вот 60, в этих 64 дорожно-транспортных происшествиях. Вот. И имеются, к сожалению, 4 случаи, когда у нас пешеход погибал, вот, и в том числе есть один ребенок совершеннолетний, который перебегал через дорогу. Для того, чтобы полноценно усвоить правила безопасного поведения на дороге, ребенку мало их выучить. Он должен видеть, как они действуют в реальной жизни, видеть и положительный пример взрослых. У меня 5 детей. Детям мы объясняем, что надо переходить дорогу только на зеленый свет, чтобы они всегда оглядывались по сторонам и не находились возле дороги. Вот, потому что это очень опасно для жизни. Не надо идти в красный цвет, надо идти только в зеленый. В желтый надо готовиться идти, надо всегда оглядываться по сторонам и на дорогу нельзя выходить. Камилочка, а если нет светофора, но тебе нужно перейти через дорогу, как ты это сделаешь? Я ищу зебру и перехожу. Сначала оглядываюсь по сторонам и перехожу. Следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Посмотрел по сторонам. Когда машин нет, тогда нужно переходить пешеход. Хочется обратиться к участникам дорожного движения, как водителям, так и к пешеходам, с просьбой, все же мы просим, неукоснительно соблюдать вот эти простые правила дорожного движения, касаемо пешеходов. Пожалуйста, пересекайте проезжую часть в местах, где это положено, и в обязательном порядке, подойдя к проезжей части, смотрите по сторонам, посмотрите налево, посмотрите направо, как полагается, и только лишь убедившись в том, что проезжающих через данный участок за дороги автомашин нет, только в этом случае можете переходить через проезжую часть. При отсутствии тротуаров или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части. При таком направлении они должны идти навстречу движению транспортных средств. При несении службы на маршрутах патрулирования сотрудники госавтоинспекции республики у нас проводят беседы профилактического характера с водителями, также с пешеходами, о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, касаемо правил пересечения проезжей части и соблюдения водителями требований вступать дорогу пешеходу там, где он пользуется преимуществом движения. Вот, и стараемся при общении с участниками дорожного движения приводить им статистику, да, вот, которую мы сейчас с вами обозначили, чтобы до них все-таки действительно эта информация доходила, и чтобы они могли воспринимать ее со всей серьезностью. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.
В Дагестане в рамках празднования столетия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова прошел Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Цель форума – укрепление дружбы и добрососедства между народами России. Форум собрал журналистов региональных, федеральных и зарубежных средств массовой информации. Более 60 телерадиокомпаний и студий страны представили сотни работ. На протяжении 3 дней журналисты принимали участие в мастер-классах, творческих конкурсах и крупных столах, выполняя основную миссию фестиваля – развитие национального вещания. Наша телерадиокомпания тоже представила свои работы. Две из них стали лауреатами фестиваля «Голос Евразии». Это начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия Умар Тикеев и продюсер компании Мадина Лайпанова. Отрадно, что наш филиал ГТРК Карачаево-Черкесия получил целых 2 награды на данном конкурсе, и одна из них была именно по телевидению. Работа данная была направлена на популяризацию изучения родных языков. Собственно, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что нашим филиалом данная инициатива поддерживается, и это радует. Фильм был короткометражно снят на абазинском языке. Было, конечно же, сложно, потому что из съемочной группы практически никто не знал данного языка, но нам очень сильно помогли актеры абазинского театра, и спасибо им за это. Стартовавший в начале недели представительный боксерский турнир памяти Александра Давыдова набирает обороты. В комплексе, спорткомплексе юбилейном осталось провести решающие поединки, которые определят участников финального первенства России. О том, благодаря чему удалось привести в Карачаево-Черкесию команды из 27 регионов страны, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. В зале юбилейного продолжаются боксерские поединки. На всероссийском турнире памяти известного тренера Александра Давыдова осталось определить призеров каждой весовой категории. 190 спортсменов из 27 регионов. За этими цифрами большая работа, проделанная организаторами совместно с представителями спортивного общества «Спартак». Нет такого человека в Черкесске, который не знает Александра Степановича. Да? Поэтому тот турнир, который мы проводим, ребята, во-первых, помнят об этом. Многие ученики пришли, скажем так, вспомнить и тренера, и посмотреть. И тот уровень, который мы сюда привезли, это 27 субъектов Российской Федерации, 190 боксеров, он показывает о том, что действительно жив турнир, сильна слава того тренера, который здесь был. Популярность в боксерских кругах наставника и активность его учеников помогли организовать в столице Карачаево-Черкесии соревнования, где на одном ринге оказались спортсмены из Якутии и Московской области, из регионов Северного Кавказа и Луганской республики. Когда до главного поединка остается совсем чуть-чуть, на итоговую победу всерьез рассчитывает каждый, чье имя еще значится в турнирной сетке. Артему Ващенко из Сочи удалось реализовать план на поединок, как результат ожидания решающего боя. В таких соревнованиях я уже участвую 4 года. И вот сегодня просто я очень сильно хотел победы. Все же сейчас призовое место, первое место. И для меня оно очень сильно важное. И хочу сказать всем, что пускай занимаются. И в таких соревнованиях всегда выступают и побеждают. По словам представителей хозяев соревнований, Карачаево-Черкесия имеет отличные шансы взойти на верхнюю ступень пьедестала как минимум в одной весовой категории. Еще в нескольких многое зависит от раскладов по турнирной сетке и ряда причин субъективного характера. Однако поддержка зрителей стала бы дополнительным стимулом добиться наилучших результатов. Каковы промежуточные результаты наших спортсменов из Карачаево-Черкесии? Наши боксеры выступают неплохо. Уже несколько человек вышли в полуфинал. Есть, конечно, лидеры некоторых весовых категориях, победители округа, призеры первенства России. Вот надеемся на них. Стремление оправдать доверие тренеров, сила воли и жажда победы. Всего этого под крышей юбилейного будет предостаточно. Финальные поединки пройдут 19 августа. Начало в 12 часов. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Это вся весть на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных и до встречи в эфире. Я Олег Жидяев.
15 лет представляю ваши интересы в Народном собрании Карачаево-Черкесской Республики. Я знаю, как писать законы, которые будут работать для людей. Я знаю, как заставить власти исполнять эти законы. 10 сентября приходите на участки. Сделайте свой правильный выбор. Будущее за вами. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим.